Здравствуйте, дорогие наши земляки-мусульмане! Поздравляю вас всех с сегодняшним праздником Навруз, который издавна считается древним и очень историческим праздником. Сегодня мы находимся в Доме культуры в городе Вид, где азербайджанцы, пакистанцы, собрались очень много народов, которые отмечают по своим обычаям. Здравствуйте, вы на русском разговариваете? Конечно. Да? А вы тоже подготовились к Наврузу? Или это ваша своя выставка, да? Нет, почти. Ну, понятно, да. Вы можете нам объяснить, вот что вот... Это у нас чай. Да. Это индийский чай, да? Это и у нас, ага. И одно и то же. Да. И рис есть, украшения есть. Так. И покрывалка у нас домашняя. Это все как у нас у мусульман. У азербайджанцев и узбеков, получается. Да, 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 таджик. Да, да. У нас у мусульман тоже у всех вот такие вот есть, значит, покрывальца. Да, 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 да. Чай обязательно, чай, рис подготавливается. Рис обязательно. А из риса у вас тоже как бы готовится свой плов, да, какой-то? Да, свой плов, по-нашему. А вы можете мне рассказать вот немножечко, как он готовится? Его как готовится? Сначала надо лук пожарить. Так. Потом разные приправы у нас добавляются. И после того, если баранина хотите, то баранина. Если говядина, тоже добавляете, да? Добавляем по-разному. Курица, баранина, плов. По-разному его готовят. Да. И после того, и после пожарного, как все уже лук жарено, приправы все готовлено. После того и рис, и мясо. Ну, да, это понятно. Это понятно. А какие сладости? У вас какая-то... Вы из Пакистана, да? Да, из Пакистана. У вас там какие-то сладости? Халва какая-то бывает, халва, да? Халва у нас свои есть. Да, как вот расскажите, это какая халва? Это барфи называется, да. Гулабджамон называется, и расгулла, и много, которые вы не добавили. А сейчас нету здесь, да, такой халвы, да? Нет, сладости принесли. Ну понятно, понятно. Как-нибудь другой раз. Да, отлично, вообще отлично. А что вот слоненок, вот это вот это что это? Да, это у да. нас украшение. Да, это ваше украшение, да? А это все вот это тоже украшение, да? Да. Отлично, спасибо. Ага. Пожалуйста. А это на руки, да. Да, это индийский. Спасибо большое. Пожалуйста. И желаю вам хорошо провести сегодняшний праздник. Организация тоже местная татарская, получается, национальная культура автономия Ленинского района, получается, собрались тоже на Навруз, и тоже вот сфотографируются все вместе, отмечают этот праздник. Очень, конечно, приятно смотреть. Так, теперь мы подходим к землячеству таджиков и узбеков Ленинского района. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Хакыкы узымызы Навруз байрамыге тайор гали көрсілер, дору мы? Броғыз этіп уталаслар мы? Буларды... Мадаметтан бошлейлиге, палауды намасы икену, палауды идишлары. Палауге тайор гали, ха? Кушчы гепралас мы? Намзды можете? Не, оха намз габза, нанаметтан оха. Ха, габзанит, майлы. Амирозан хамахмам намирозан шари видне Баленский район ва ами наврози худа моя милли наврози моя джашн грифтосте мана ами хама вайои милли худа мо ас инжа ва пухтупазои милли худа мо ас дасти хамас вайои худа мо ас мана ай сувенирои дасти худа мо ас даст хати вай кадасудаги хамас мана ами хама чизои мо ай вайи худа мо милли дасти худа мо ами ба хама ами боно ами дасти худа шока тайор кадаген ами не амаша Rahmat, ini bitta tabrik aytalas mı? Navruz bayramiga. Hamay hamin bayoy Tojik ve Özbek halkı Kudamaya Hamiröz'e Navruz'a şonkati tabrik ufta bakamaya ve umri daroz siyati ve savunmati orzumanda. Hamaya Navruz'a şıkmı borak boşa. Rahmat. Zöy bayramları yaşı.